случае это чешский индивидуальный рацион питания. А рассчитан он на сутки на одного человека, то есть он на 24 часа. Вот здесь вот у нас указано, что лежит внутри. Я это уже перевел, чтобы не тратить время. То есть здесь у нас гуляш из свинины, ризотто из свинины, мясо для завтрака, паштет из индейки. Вот хрустящие ломтики кукурузы, не очень понятно, что клубника светлая, горький шоколад, ну и дальше там все идет остальное. Клубничная паста, чай, кофе, соль, сахар. Ну, я предлагаю открыть и посмотреть, что же там есть внутри. У нас картонная коробка. Пакет, кстати, очень хороший был пакет. Плотный, надежный, хорошо запаянный. То есть все это здесь хранится герметично. Так, надо смотреть. Это у нас мясные консервы. Ну вот это, судя по всему, паштет из индейки. Паштет из индейки. Так, а почему на нем Чешская Республика? Антиоксидант. В общем, какие-то слова в чешском языке похожи на русский, но не все. Так, дальше. Так, митпорг. Вот это свинина. Свинина 125 грамм. Так, сейчас. Где тут мой перевод? 125. А, это мясо для завтрака. Вот это свинина. Мясо для завтрака. Так, дальше. Что у нас здесь? Пакетики. Много-много пакетиков. Это у нас мультивитаминный напиток. Так, дальше. Это кто? Цукр. Сахар. Так, а вот сахара прям, я вот вижу сахара целую кучу. Вот это все сахар. Сахара очень много положили. Так, дальше это у нас шоколад. Там прям чувствуется внутри дольки. Ну, эти плиточки. Это шоколад. Так, следующее. О! А это ягода.
или сахар для таблетки. Но мне, если честно, интересно, чем он будет отличаться от обычного сахара. Так, что еще у нас здесь? Неужто опять сахар? А, нет, это соль. 2 пакетика соли по 2 грамма. Серьезная банка, прям серьезная. Сколько она грамм? 300 грамм. А вот по-английски есть свинина, 40% вода, лук, томатное пюре, соль, специи. Ну, в общем-то, это тушенка. Скорее всего, это будет обычная тушенка. Еще у нас здесь есть Орбит. Орбит, 2 подушечки. Так, еще один маленький. Еще один маленький пакетик. Это еще сахар. Сахара очень много. Прям сахара много-много. И здесь у нас, что у нас здесь? Это у нас салфетки. Салфетки, влажные салфетки. Так, вот чего я здесь не вижу, так это для разогрева никакого механизма нету. Даже странно, если честно. А как же я это буду греть? Ну, хорошо, что у меня от старых сухпайков остались и таблеточки, сухое топливо, то есть есть на чем это все разогревать. Интересно, а как это подразумевается в полевых условиях? Разогревателя нету. И, кстати, нету. Сейчас я посмотрю вот здесь. Нет, это только салфетки. Нету ложек. Так же, как в испанском сухпайке, почему-то нету ложек. Ну ладно, ложки я найду. Завтра мы с тобой вместе все это будем пробовать. Ну и очень рад был тебя увидеть. Спасибо, что пришел. Всего тебе самого-самого наилучшего. Любви, добра и удачи. Peace.